комнате, да. Еще летом уроженка Каширина Оксана Фибрик купила в деревне дом площадью 60 квадратных метров. Идея хороша – открыть в нем группу дневного пребывания для местных дошкольников. Оксана сделала в доме ремонт, провела воду, установила биотуалет, купила мебель, игрушки, развивающие пособия и спортинвентарь. Я считаю, должно быть 10-12 человек максимум вот за раз. Конечно, будут, дети могут меняться, они не обязательно должны прийти вот все вот эти вот, их там 25, да, у нас общее количество. Хотя бы каждый день приходили по 10. Тогда можно продуктивно заниматься с ними, сделать две группы, маленькая, большая, и заниматься музыкой, там, танцы, рисование. Оксана Фибрик согласна оплачивать каширинским детям сухие завтраки – это сок и печенье, а воспитателю выдавать премиальные. Педагогический работник с солидным стажем Татьяна Гурева хоть сегодня может выйти на работу, даже согласна переехать в этот дом, жить здесь и принимать детвору. Я могу научить абсолютно всему, что положено дать ребенку от того момента, как он начинает понимать, что он обучаем, и до, ну скажем так, до программы 11 класса общеобразовательной школы, потому что мне позволяет это образование сделать, и опыт позволяет тоже это сделать. В управлении образования Кунгурского района объяснили, что требуется для открытия простой группы дневного пребывания. Оксане как минимум нужно стать индивидуальным предпринимателем, получить лицензию на образовательную деятельность, собрать разрешение от надзорных органов, Роспотребнадзора и Госпошнадзора, заключить трудовой договор с воспитателем и с муниципалитетом. Должны быть комнаты определенные созданы, раздевалка, должен быть игровой обязательно зал, должны быть оборудованная умывальная комната, это должна быть туалетная комната оборудована, даже если дети находятся 3-4 часа. Опыт Германии, где семейный детский сад может работать без лицензии, а воспитатель не иметь педобразования, не подходит для России. Это во-первых. А во-вторых, чиновники полностью заинтересованы, чтобы каширинские дети посещали настоящий детский сад в соседнем селе Зарубино. Даже выделяли автобус. Был организован подвоз для детей. Но, к сожалению, ни один ребенок... В то время несколько раз автобус приходил за детьми, но в автобус никто не сел. В государственный сад родители не возят детей по причине безденежья. Пребывание ребенка нужно оплачивать, а денег у населения нет. Потому и рады предложению заграничного благотворителя, где все бесплатно. Да, Оксана очень молодец. Мы ей благодарны, хотя что-то она делает. Было бы здорово, если бы у Оксаны открыли бы садик, хотя бы коротковременный. Нам бы хоть можно было с кем-нибудь угланов оставить. В январе, когда Оксана Фибрик приезжает на родину, она приходит в гости ко всем ребятишкам. Для каждого из 25 каширинских дошкольников у нее припасено угощение. Я тебя поздравляю от большого немецкого Деда Мороза. Он послал тебе большой-большой подарок. Вот смотри, вот Дед Мороз шоколадный и игрушку. Иностранка хочет обратиться в Государственную Думу с предложением упростить российское законодательство. Тогда детских садов домашнего типа в сельской местности стало бы больше. Ведь один педагог мог бы совмещать свою работу с обязанностями и сторожа, и повара. Опытом организации дошкольных учреждений в Германии Оксана Фибрик готова поделиться с чиновниками самого разного уровня. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.